цепи, цепи. Как улыбнулась-то. Блин, артинг, конечно, охеренный в Хеллтейкере. Поэтому он так и завирусился. Чего ты носишь очки? А, да я просто слепая. Я, честно говоря, не видел, что это не Атрит. Мне сейчас напоминает какая-то Абаба Бигел. Что говоришь? Безумные девчата. О, да. Пока вспомнил этот мемчик такой, говорит. Такой сидит чувак. Так, собаки обычно рожают по 3-6 кутят. И такие стоят эти цербер, три девчули с положительными тестами на беременность. Бля, 18! А может и больше же 6? Потому что по 18, по 8 бывает. Да. Щенят, и 10 бывает. Бай, 30. Церберят. Не, ну его можно понять, там такой такие сосны и церберы. Офигао. Мне нравится заблудившийся ангел. Такие милашки. Ага. Хочется вот так же двигаться. Ага. А вот как раз церберы. Да, я вижу. Она недовольная. Ой, лыбу давят вы все. Я вот не пойму, Меатрис, она русская, да? Да, но она в основном на английском исполняет, так сказать, на международный уровень. Ну, не знаю, насчет того, насколько русская, русскоязычная точно. Не, ну, блин, прикольненько. У нее же были на русском такие прикольные песенки.
раньше. А, ну да, мы слушали что-то там, да. Даже я не помню. Забавные. И там с аниме что-то было связано. Да. И с атаку что-то было связано. Ну, точно не помню. Ну что, забавненький трек. И классно. Подобран видеоряд, хорошо сделан. Я почему-то думал такой, блин, главное, чтобы не было чисто чего-нибудь, это просто там какая-нибудь картинка и на фоне этого музыка. Ну да, классный видеоряд был подобран. Еще так, так битам. Тун, ну тун. Да. Надеюсь, тебе понравилось. Ссылка на оригинал в описании, там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Пиши, понравилось ли тебе, оценивай видос, залетай на стрим и смотри другие видео. До скорой встречи. Пока.